Друзья, всем привет! Сегодня сделаю обзор вот такой вот прихожей, площадью около 6 квадратных метров, если именно по плитке посмотреть. У нас входная дверь с вами, поменена внутренняя часть, а застройщик входная дверь, не стали менять, но внутреннюю часть поменяли под общий стиль квартиры. Также здесь сделаны штукатурные откосы, это даже хотел заказчик с дизайнером, я не рекомендую так делать, лучше делайте добор с наличником, потому что весь этот штукатурный угол быстро обобьется, все будет в маленьких сколах, затерто. В этом месте должен быть только добор с наличником. Плюс этот мягкий полиуретановый плинтус просто на этих углах тоже весь прошивается. При входе у нас выключатель гардеробный, выключатель коридора самого и мастер-свет. Его разместили повыше, чтобы дети не баловались и самим не путать. Он выключает весь свет, кроме коридора. Видеодомофон, щиточек покрашенный в цвет стены. Большой щиток. Далее с этой части такая декоративная стена сделана из полиуретана. Это просто полиуретановые такие типа наличников, не знаю, плинтуса квадратные, вместе соединенные. Получилась такая рамочка красивая. Необычная полочка с такими фасадами. Угол выделен под кирпич. Кирпич также здесь использован в интерьере. И чтобы это не был какой-то убогий угол, да, просто внешний с покраской, вот такой кирпичик такие углы прикольно выделяет. Натяжной потолок с точными светильниками. По периметру идет полиуретановая галтель прямо к натяжному потолку. Все аккуратно подведено. И здесь огромнейшие стеклянные двери. 2,40 в высоту и 2,20 в ширину. Причем здесь все двери 2,40. И проемы все 2,40 по одной высоте идут. Очень высокие двери. Очень красиво смотрится. Тонкая алюминиевая рамка. Очень прикольно смотрится. Очень воздушно, посмотрите. То есть нет какой-то толстой рамки. Она по всему периметру идет. Ручка сделана. Правда, не очень практично. Это будет пачкаться в этом месте. Огромная гардеробная. 3 квадрата здесь. Где очень много вещей можно будет разместить. Тоже с натяжным потолочком. Здесь слаботочный щиток, вы видите. Здесь все у нас трансформаторы. И обратите внимание, как прикольно. Вот здесь есть доводчик, видите, стоит. И как прикольно все это дело закрывается. Она замедляется и спокойненько доходит до самого конца. Мне кажется, интересный интерьер, интересная прихожая. Когда здесь еще появятся какие-то вещи, картины, вешалки, будет более жизнерадостно, скажем так. Но уже сейчас мне очень понравилось. Керамогранит с теплым полом соединяется через пробковый демпфер с инженерной доской. А здесь уже идет зона с декоративной штукатуркой. Напишите свое мнение, понравилась ли вам данная прихожая. Что понравилось, что нет, пишите в комментариях.